Ну что ж, пацаны, с вами, как всегда, я, Некит, и мы с вами продолжаем играть в игру под названием... Добро пожаловать в игру «Биомутант». Все, да, сказал, а то я не слышу. Биомутант, пацаны, ей, чё как, пацаны, с вами снова я. И мы с вами продолжаем играть в эту замечательную игру, продолжаем наши приключения. Не знаю как, но в летнее время мне удалось заболеть каким-то образом. Я надеюсь, это скоро пройдет, так что, пацаны, извиняюсь, если меня будет плохо слышно. Я пытаюсь говорить как могу. И все-таки, мы с вами продолжаем играть за нашего офигенного зверька Командос, или же Рекс, Рекс, да, вот такое пафосное имя у нашего героя, нашего перса. Так, ну очки я, пожалуй, сниму, да, опа, оп, это так, для начала выбнуться, как всегда, ну вы знаете. Короче, в прошлый раз мы с вами теперь объединились с Мириад, сейчас вот пройдет загрузочка. И мы с вами теперь должны, как я помню, напасть на Джагни, да. То племя, которое как раз-таки не согласно с нашим мнением, с нашим движением. Здесь остановилось. Это вызывает покалывание внутри. Тут есть что-то необычное, притягивающее взгляд. Так, ну это мы с вами помним, в прошлый раз это было. Так, еще игра так сильно орет. Надо потише сделать, ну. О, так. Значит, поссать еще раз можно. Ну, на всякий случай сделаем это, не знаю. Может, это нам понадобится. Так, вот, значит, вся эта карта, что тут вообще есть. И что нас ожидает дальше, вот. Вот видите, да, Мириад. Мы теперь вместе с племенем Мириад. Именно такой выбор я сделал в прошлый раз. Но не Джагни, вот видите, соперник. И нам придется как-то их заставить перейти на свою сторону. Время проходит, воспоминания меркнут. Порой ощущение меняется. Дело не в том, кем ты был, а в том, кем ты станешь. Эта история еще не... Да, мы сделаем все для того, чтобы все закончилось как можно лучше. Чтобы рядом был хороший конец. Я постараюсь это сделать. Давно ушедшего прошлого. Так. Шепот ветра. Так, ну это мы с вами в прошлый раз слушали вот все. Некто, кто просто живет день за день. Я, пожалуй, это пропущу, потому что еще раз это все выслушивать не особо хочется. Спрашивает, как у тебя дела. Ой, отлично, не могу пожаловаться. Интересуется, где тебя носило. Так, так, вот. Вот сейчас нас бросит этот гигант моржовый. Ага. Так, все. Так, ну я понял, короче, у нас заканчивается, да, как сказать, кислород, короче, ну, или что, энергия на воде. Он говорит, что это было не так уж плохо. И мы с вами можем потонуть, тем самым, если все правильно не рассчитаем. Так что нужно быть внимательным. А то один раз я уже утонул. Тебе, да, было такое. Побольше времени. Так, все! Помолчи, пожалуйста. О. Смотрит твоя мума. У тебя да, да. Вылетело... Да, ничего не вылетело, я все помню. Так. С ней потр... Так, да, да. Нельзя надеяться только на... Это мы тоже с вами слышали. Вот так вот серия началась, конечно, неудобно. Я-то думал, все сохранилось. Так, все, давайте. Вот тут, во! Сейчас мы встретим. Вот, медведя. Вот еще кто-то из знакомых. У него много забот. Вот этот гений перед нами. Интересуется, как у тебя денек. Так, вот. Нашел, что можно использовать? Когда он. Так, ага, я не просто собрать для тебя мусор. Давай. Счастлив слышать это от представителя нового поколения. Все, я помогу. Себе службу, защити природу. Ему нужны вещи, которые можно пустить в переработку. Много времени у тебя их поиск не займет. Ну поехали, чё? Вот, короче, нам нужно собрать что-то мусор, да? Не знаю, зачем ему он так нужен, но раз уж надо, то окей. Я надеюсь, он что-нибудь нам даст взамен за такую работу. Ну, там бабло или что. Ну, хоть что-то, еду. Вот еду, кстати, не против получить. Ну, пожрать хотя бы. Если что, здоровье восстановить. Спрашивает, какой хлом тебе удалось найти? Хлом? Может, хлам?
Хлом. Отличный перевод, конечно. Что-то старенькое, чтобы сделать новенькое. Он говорит, что в счет идут даже самые мелкие мелочи. Мелкие мелочи. Ему-то все пригодится. А вот знаешь ли ты, как перерабатывать хлом? Нет, я ничего в этом не понимаю. Так что ты делай сам. Я тебе не помогу с этим никогда. Он говорит, что мало кто согласен на скромные дела, но если уделить им достаточно времени, они способны повлиять на многое. Давай быстрее уже разъясняй там. Он с радостью научил тебя переработке. И начнете вы с собранного тобой хлома. То есть, а что делать? А тут можно собирать еще, всякие оружия создавать, серьезно? Если соберешь нужные ресурсы, сможешь создавать собственное оружие. А, ну все, да, пацаны, походу, да. Пещерный шлеп, че шлеп. Ага, это что-то типа ножика. Как у ассасина, короче, эта фигня тоже. Длиннорез. Так и чё? Итак, ну давайте изучать, что тут как вообще работает. Чтобы продолжить создание оружия, выбери ячейку рукояти. И рукояти. Вот, тут сюда, да, или что? Вот. Ага, бита, пила, сабля. Так, у нас сколько вообще вот этих, как это называют, листьев или что это? Ну... Выбери нужную рукоять, чтобы создать оружие. Так, давайте арматуру, кстати, нормально. Чтобы создать оружие, нажми F. А, и все? Нифига. Хоу! Неплохо. Нифига! Он не может сдержать любопытство. Почему именно оружие? Мне бы что-нибудь с режущим краем. Делаю то, что умею. Покажу сделанную мумию. Она будет гордиться. Конечно. Он полагает, что это поможет тебе достичь мира с собой. Конечно, будет гордиться таким красавчиком. Он понимает, но надеется, что оно тебе не скоро понадобится. Ну да, такое лезвие, охереть. Блин, ну кстати, классное, а, оружие, посмотрите. Прям такое заостренное. Вот и вопрос, кстати, как тут нет крови, если мы будем драться таким оружием? Это же моя работа. Гизмо любит делиться. Все, что принадлежит ему, твое. Все, что принадлежит тебе, его. А так всегда будет, да? Хотел бы всегда посмотреть, что ты еще можешь. У тебя явно талант к этому делу. Похоже, что у нее кончается терпение. А, тренировка, я помню, что ты опять злишься. Ты же знаешь, что она не любит долго тебя ждать. Тебе нужно немедленно идти на деревенскую площадь. Прости, пришлось помочь Гизмо, отняло массу времени. Что ж, это веская причина. Ты берешь на себя ответственность за предотвращение природной катастрофы и проблем с окружающей средой. Это твое будущее. Да, я крутой. Она считает, что тебе пора вырасти и начать думать самостоятельно. Надо определиться с жизненным путем, пока она с тобой. Со мной? Просто пока для этого не пришло время. Я еще попытаюсь. Больше она ничего у тебя никогда не просила. Только приложить к этому все усилия. Ты и не с таким справишься. Если захочу, то понятно, что справлюсь. У тебя был свой путь, но в этот раз она просит тебя следовать за ней. Чего всегда... Не, всегда они будут за тобой следовать, а, маман? Ты не думай, что я тут маменькин сынок, я сам все решаю. У меня есть своя голова на плечах, поэтому я могу принимать решения сам. Что же мне делать нужно? В конце концов, я найду свой путь. Она беспокоится о тебе. Иногда ты теряешься в собственном мире, где ты единственное, что имеет значение. Так а как? А у меня, кстати, какие друзья вообще есть? Ну, Гизмо, типа, мой напарник, у да? У них решительный вид. Берегись. Чё, опять сейчас меня будут... толкать? Он просит тебя стоять и не двигаться. Спрашивает, куда это ты вообще, а? Ха-ха! Я тороплюсь на тренировку! Чё, не понял, что ли, блядь? Он говорит, что тебе ещё не поздно повернуть обратно.
Ты что, серьезно? Тебе здесь идти никак нельзя. Спрашивает, ты кто вообще, по-твоему? Да никто. Че, охуел, блядь? Че за габариты-то пришли? Я думаю, вы нормальные. Почему ты всегда выталкиваешь остальных? Лучше я буду никем, чем тобой. Понял, блядь, такой вот разъеб. Разрывная! Никто не смеет ему указывать, что делать, а что не делать, включая тебя. Че, хочешь подраться или что? Блять, охуевший! Блять, они реально драться хотят, слышите, пацаны? Сейчас им, блядь, покажу. А как драться-то этим? О! Смотри, а! Стоп, чё? А, вот, точно! Ебать, у меня меч здоровенный! У суки, а, блядь! Так я чё, вообще мелкий? Они против меня драться решили. Пиздец, а в ахуе. У меня сейчас и ружья нету. Пацаны, пиздец, а? Ебать! Как они вообще не режутся напополам таким мечом? Я вам должен тело, блядь, отрубать просто. О, блядь. Чё? Я проиграл? Ты серьезно? Кого? А как так? Блядь, ну ты чё? Она спрашивает, с тобой все в порядке? Что случилось? Бля, пацаны. Это так по сюжету или я реально просрал? Я не знаю, пытался, чё... Как, блядь? Они завидуют, потому что у меня есть ты. Нужно пригласить их на тренировку. Она говорит, что очень мило с твоей стороны о них подумать, но завтра на рассвете у них тренировка с оружием, так что им важно как следует отдохнуть. Самое главное, что с тобой все хорошо. Так а чё? Пойдем тренироваться. А чё они на меня наезжают, потому что я типа мелкий или что, школьник для них? Они типа хотят так самовыражаться с помощью меня, да, унижая меня самого? Я разберусь с ними позже. Она предлагает тебе простить своих врагов. Это их страшно раздражает. Простить? Чё, терпила, что ли? Я ему отомщу, сволочи. Блять, на мелкого залупаются. Вы охуели или что, я не пойму. Паскуды ебаные, блять. Я вам что сделал-то вообще? Пидорасы, а? Некто близкий тебе по духу делает то, что умеет лучше всего. О! Папсель! Папсель всегда так счастлив тебя видеть. Он хочет узнать, как у тебя дела. Ля какой, а? Приятно приносить пользу. Не хуже других, не лучше, не. Приятно приносить пользу. Он слышал, что ты помогаешь Гизмо с уборкой. Он тобой гордится. Спрашивает, не найдется ли у тебя минутки, чтобы помочь ему перед тренировкой. Так, помочь? Семья прежде всего. Он хотел бы, чтобы твоя мума тоже так считала, но, похоже, ее с каждым днем все больше поглощает роль лидера деревни и учителя вунфу. Предлагает тебе собраться с мыслями и придумать, как бы нам пустить в переработку старую материю. Заодно поищи подходящие девайсы. А, снова искать нужно, куча белья. Ага. Ну вот, я вижу, уже светится. Обыскать кучу тряпок. Пацаны, ну я не могу поверить, что мы с вами проиграли. Как это вообще так? Вроде у меня хп там было, все нормально. Держалось как-то. А вдруг опа, и все закончилось. Мигом. За секунду. Как вообще? Окей, давайте искать. Не, ну я им надеру зад. Как стану сильнее, я им покажу. То здесь... Сука, мощный! Ему очень интересно, что тебе удалось найти. Докажу им, кто здесь, сука! Мужик настоящий, а не то, что эти дрищи там. Что-то старенькое, чтобы... А, опять то же самое. Твой дом и барахло тоже твое. Нихуя себе ответочка, а? Не уверен, что это... Ну, а так же отвечу, ладно.
Что-то старенькое. Он весьма рад нововведениям и даже подумывает совершить вылазку наружу, поискать бионуклеус и обновить свою ДНК. А так можно? Как мутация, ну я говорил. Все пригодится. А вот ты знаешь, как перерабатывать хлом, интересуется он. Ты делаешь крутые штуки, да я не знаю, что он делает вообще. Он что-то там вяжет. Ну, что, подушку или что это такое вообще, я не знаю. Сомневаюсь, что мои находки на что-то годятся. Давай выясним. Я не боюсь запачкать лапы. Аля-лю-аля. Говорит, что видит твое старание по грязи на ладошках. Это важно. В следующий раз у тебя получится лучше. Говорит, что самое время тебе этому научиться. И начнете вы с собранного тобой хлома. Ха. Так, куртка малыша. Создание снаряги. При мародерстве ты найдешь дополнения, которые можно добавить к предметам, чтобы улучшить их характеристики. Для улучшения брони и одежды с помощью предметов выбери ячейку и дополнение, затем нажми F. Ну, как мы с вами делали, короче. Вот дополнение. Тут выбираешь что угодно, потом F нажимаешь и готово, в принципе, да. Ну, вроде не сложно, кстати, пацаны. Коммутатор. Ой, блядь. Что это такое? Ну-ка, а покажи мне. А, вот. Так а для чего мне это? Чтобы пиздить их тоже так? Ой, блядь, нихуя. А вот где вообще смотреть? Сколько у меня этих листочков, а то я что-то не понимаю ничего. Где это? То есть я же собрал, да, эти листья. Вот видите? И как они, где тратятся, я ничего не вижу. Нигде про такие листочки не пишется. Ничего. Тук-тарелка. Ну давайте решетку, я не знаю, например. Ну. О, готово. Супер. И еще можно или что? Но ну я думаю. Стиль довольно бунтарский, но тебе идет. Спасибо. Хотя бы одну штуку мы с вами добавили, да. Я не знаю, можно ли было еще что-то, да? Прицепить. Но это мы с вами потом будем еще смотреть все. Я сумею сделать то, что тебе не под силу. Ой, блядь, ты против бати так базарить еще собираешься? Сделаю что-нибудь, чтобы мама мной гордилась. Мне нравится антимодный стиль. Ну давай. Согласен. Во всяком случае, такое никогда не выйдет из моды. У меня своя мода. Возьми с собой. Наденешь для тренировки. Ха! Ну, беру, конечно. Просто придумаю свой стиль. Ну, одежку свою там. Посмотрю все, что есть. Окей, погнали, пацаны, берем. А то как сделали свое. Фома смирится, если ты не будешь носить традиционную одежду. Он хотел бы посмотреть, что ты еще можешь. У тебя явно талант к этому делу. Да? То есть я не понимаю, как это вообще делается, у меня есть талант, да? Значит, вот как. Но у меня реально, я просто убираю, пацаны, понимаете? Я выбираю и все. И он сам делает. И какой здесь талант? И мне даже ничего не приходится в основном-то сооружать, он что-то там. Недалеко. Получится гораздо быстрее, чем с предыдущим. А, да? То есть, понимаете, мне даже не приходится думать, чтобы что-то выбрать. Но если бы я сам собирал, то это было бы реально как Майнкрафт, короче. А так нет, лучше поздно, чем никогда. Говорит, лучше бы тебе не опаздывать. А что, я опоздал, что ли? Она говорит, что очень хочет начать. У тебя осталось совсем немного времени до заката солнца. Ну погнали, все, сколько можно базарить? Но для повторения его должно хватить, и тебе это потребуется. Тренировочные манекены сдачи не дают. Оу, сейчас будем драться, пацаны, ебашиться, учиться. Мастерству! Вун-фу! Фум-фум-фум! Да-да. Блин, ну чё к чему опять эти вот разговоры? Я не боюсь неудачи, со временем я научусь. Отличный подход, только продолжай учиться. Я не останавливаюсь никогда. Ублёдь, а? Бля, мне сколько лет-то вообще?
Воу-воу-воу-воу, чё крутит, а? Бля, уебал кулачок. Так ты поосторожнее ебашься, а зачем это? Ебанулся, крутится, вертится. Ебай, опа-опа, пошёл! Нихуя себе. Что-то, блядь... Твоя мума говорит, что ты сегодня молодцом. Она очень гордится тобой. Чё с анимацией, а? Разработчики! Что это такое? Что это вот? Ну ладно бы... Блядь, ну... Сука, ладно. И чем тут гордиться, вся работа досталась мне. В следующий раз постараюсь лучше. Спасибо тебе, мума. Спасибо тебе. Таких учеников еще поискать. Она готовит тебе подарок с помощью Гизмо и Фьюти. Иди-ка узнай, что это такое, достойная тебя награда. Как это неожиданно! Да. Твоя мума говорит, что тебе давно пора быть здесь. Не забудь сказать ему спасибо. Ой, блядь, а это что еще? За тварь. Кого? Что? А, типа он направляет меня или что? Что это значит? А, поймать надо, ёб. Да, блядь, сейчас на изи, смотрите, смотрите. Сейчас его, блядь. Оп! Твоя наебал, говорит, наебал. Я никогда не видела такого гринового аппарата, как эта штучка. Это изумительно. Чё, гринового аппарата? Какое-то должно быть... Чё? Интересно, что он делает? Выяснишь со временем. Это же самое интересное. В хламотрон встроена технология старого мира, и теперь это мощное коммуникационное устройство. Хламотрон! Автоматон и настроен на твою ДНК. Он последует за тобой куда угодно и увидит все, что увидишь ты. Это хорошо на случай, если со мной случится что-то плохое. Повезло тебе с таким помощником. А, то есть кузнечик, правильно? Говорит, все! Неудивительно, день был тяжелый. Верно, становится поздно. Вот откуда у нас кузнец этот. Тебе фору на завтра. Отдохни и обретешь силы для завтрашнего дня. Вот кузнец-то откуда у нас появился, пацаны. А я думаю, что у меня на спине там и сзади все. Реально, на плече сидит, ой-ой. Ничто не остановит Люпус Люпина, который стремится раздуть мировой пожар. Чего, блядь? Это что, главный злодей? Да? Босс, босс мироедов. Я уверена, что тебе нужно проложить свою дорогу. То есть как? Обугленная ветка учится бояться огня. Бля, лучше убежать, конечно, такой не может, ёб! Все равно, что подбросить дровишек. Да уж. Ну ладно, пацаны, сейчас. Настроились, да? Ой, бля! Ну, последний разок и все. Давай быстрее, а? Бля! А комментатор так все спокойно говорит, как будто ничего не происходит. Хуёво-го, хуёво-го, блядь. Плохого. О, кузнец! Твоя за мной. Говорит, ну все, время вышло. Она должна сразиться с Люпус Люпином. В этот раз выхода нет. Она слышит, как он идет. Что-то это звучит, конечно, не очень хорошо. Уж и бежать. Бежим! Ты что, сдурела? Бежать некуда. Пришло время выступить на битву. Ты видела себя и его, какой он здоровый. Блин, сейчас чтобы будет плохое что-то. Знай, что она тебя любит. И все, что она сделала, чтобы защитить тебя, твоего папселя и жителей деревни, вверенных ее попечению. Она просит тебя отступить. Это ее битва. Тебя это не касается. История, наконец, догнала ее. Так сейчас тебя этот мутант убьет. Я отойду в сторону, я буду драться за тебя.
Как я могу тебя бросить? Она любит тебя за смелость, но не может позволить себе беспокоиться за тебя во время боя. Это ее битва. Ну окей, я посмотрю. Ой, ой. Явилось тревожить настоящее. И что делать? Блядь! Охуел! Пиздец, он быстрый, а? Пацаны, у меня еще и меч отобрали. Что теперь делать-то? Ебать! Вот это кабан, а! Сука, нихуя, не трогай мою мать! Паскуда, тварь, блядь! Вонючая, сука! Блядь, я учился в вунфу, сука! О! Все, пизда тебе! На, блядь, завертелся, закрутился, уебал! Огонь и воду, чтобы выбраться отсюда. Ой-ой-ой-ой! Чё? А мы поплыли, что ли? У тебя все получится, только верь. Так я долго плавать не умею. Я не умею плавать долго, не умею же. Воссоединиться с мумой. Ты по шею сидишь под гладью. Не гони волну. Все, да? Гладь течет куда хочет. Она приведет тебя к берегу, если ты отдашься течению. Так это папаня, да? Батя уже стоит, ждет. Когда он успел, я не знаю. И почему батя не дрался с этой... Блять! С этой сукой! Реально, батя должен ебашиться, а не маман. Ой, сука! Да иди нахуй, а! Пиздец какой-то, а, пацаны? Это уже какой-то хоррор пошел. Так у меня, блядь, все, у меня кончается. Я сейчас подохну. Слышь? И чё? Поражение! А как я должен буду сделать тогда, если не так? Как мне доплыть? Ой, пацаны, сейчас будет тяжко, походу. Да уж. Стоп, а где мама? А где мама? Блять, чё делать? А, чё? А как? Стоп, а я могу забираться на эти столбики? Вот эти вот деревяшки там, короче, есть по бокам. Я могу на них забраться? Ну-ка, погодите, сейчас. Вот, блядь, так я не доплыву. Вон, мама, мамочка. Ща, блядь. Ой-ой. Так я должен, типа, опять за нее хвататься потом, да, или что? Вот сейчас будет. Оп, ну. Чего не нападает? Во-во. Оп, хаща. А, так понятно теперь. Я-то думал, самому нужно доплыть уже под конец. А нет. Ой, батя. Ой, сука, чё? Не, все пиздец, походу, пацаны. Мы сейчас помрем еще. Ну, маман точно, я уверен. Пиздец, а. Блять, ну мы ее не вытянем, посмотрите на нас. Какие мы с вами мелкие еще. Тем, чье сердце не теряет чистоты при жизни, не нужно бояться смерти. Частичка ее будет жить в тебе. Бля, а батя что? Существо жаждет еще. Ничто не может сейчас ему. Жаждет еще! Да пошел нахуй, а! Я теперь, блядь, еще больше хочу тебя убить. После такого. Охуеть, конечно. Если пожертвовать собой ради другого, твоя жизнь не кончается, а передается по наследству. Жизнь должна продолжаться. Настоящая жертва делается из любви и желания помочь, когда остальные средства исчерпаны. Высшая проверка совести – готовность отдать все, что угодно, чтобы спасти то, что тебе дороже всего. Че, сейчас батя будет драться, то, что ли? Ты делаешь для себя, а, нет? Умирает вместе с тобой. Ой-ой-ой, батя, нет! Остается в их пизда, памяти. Блядь, опять! Блядь, вот уебок, а! Лохматое чмо! Че делает? Блядь, так мы сейчас в гневе полном.
И бочь, у меня сопля появилась. Воспоминание остается лишь. Это не значит, что ты забываешь о прошлом. Просто знак, что нужно двигаться дальше. Бля, ну после такого, конечно. Я, блядь, зол вообще. Ага, сабля, че я базарю? Это ружье наше, я уже забыл все, понимаете? Теперь ты можешь создавать оружие и изменять снарягу, ну, понятно. А стоп, а что у меня еще есть? Блин, ну я бы хотел себе такой меч, кстати. Перейди на вкладку создания, ага, чтобы, ну, ясно. Так, ну я хочу, о, спина, можно? А спина, что это значит? Ты можешь сортировать снарягу, ясно. Создание чего-то нового, нажав X. А, нету предметов, понятно. Левая рука. Ну-ка. Двойной серебряный захват. Разблокируй вунфу для боя. Ага. Правая рука. Вот, обжим нож. Экипируюсь. Заставь этот клинок петь. А, все, да? Так он у меня и так стоял, да? Он был у меня и до этого. Тут какой... Держи голову в тепле. Да не, все так и оставить, ты че? А больше у нас ничего и нету, пацаны. А как делать? Как создавать? Угу. Отлично. А, вот, создать! И че, нету ничего, что ли? Не, пацаны, ничего нету. Ну, ё-моё. Вот модификация какая-то. О! Дополнение нету. База. Для создания модификации снаряги требуются особые ресурсы. Они отображаются здесь. А, уровень качества. Понятно. Здесь показывается материал, из которого сделано оружие. Особые эффекты, редкость оружия определяется сочетанием качества материала и... что-то урона там, да, который наносится. У каждого оружия, разное число ячейки. Так я могу сделать? Нет? У меня ничего же нету, правильно? Обжим. Не, походу у меня ничего нет, короче, пацаны. Офигенно. Ладно, будем работать, будем улучшаться, будем добывать ресурсы, чтобы потом драться лучше, да? Чтобы у нас были всякие крутые ружья. Для того, чтобы делать как раз таки... Ага, Пухзиллу. Чтобы убить, истребить. Они не смогли удержать ее, Пухзилла на свободе. Чудовищ. Ой, блядь, какая... Блядь! Страшилка. Ну и рожа, а. Блядь! Ну сейчас-то я, блядь, мощнее, чем раньше. Так что тебе пиздец. Да сука, блядь. Ой-ой-ой-ой, она еще чем-то пыляется, нихуя себе. Блядь, ну конечно выглядит отвратно вообще. Как вообще это могла быть детская игра, если тут такие монстры ужасные? Лучше бы тогда это была игра 18+. Но сделали бы реально получше. Чем она сейчас? Такая детская вся, типа, ничего такого, да, серьезного. А на самом деле это вообще полнейший. Сука, трэш происходит.